Домашнее задание Юрий Морозов. Мне лишних килограмм не надо, Жанна. Ты кормишь меня просто на убой. Костюм малой трещит по швам пижама, а ты твердишь мне: кушай, мой ковбой. Ой, Жанна, Жанна, вот моя программа: ни капли в рот и сигарет ни-ни. И йогой я занялся, Япона мама, вот руки только от замка, мне, Боже, разомкни. Вот брошу все и сяду на диету, займусь зарядкой, бегом по утрам, пускай деньжат в карманах моих нету, не предлагать мне выпить по 100 грамм. Диета ничего, не ем так много, все на пару и соли ни шиша, следит за мною Жанна очень строго. Пчелой жужжит. Диета хороша. Домашнее задание. Я худею. Заглянула в шкаф. Ну вот беда. Абсолютно нечего надеть. Сели мои вещи. Как всегда. Я решила к лету похудеть. Перестала есть и колбасу. На сосиски даже не гляжу. Тяжести диеты я несу. Я своей фигурой дорожу. Не пошла к подруге на банкет. Отказалась выпить с ней вина. То, что там здоровой пищи нет, это вовсе не моя вина. Муж, кривясь, пустой хлебает суп, где ни мяса, ни жиринки нет. Почему-то стал со мной он груб. Словно не готовлю я обед, словно не варю я ничего, а овсянка, обезжиренный творог. Не поймет он счастья своего, где б он так еще питаться мог. Уж могу я платьице надеть, без диеты я теперь ни дня. Только вдруг я стала замечать, что друзья сторонятся меня, и что муж... но словно бы чужой, больше все на сторону глядит. Я же стала нервной, даже злой, словно бы злой дух во мне сидит. Эх, нажарю нынче я котлет и скажу, как мужа я люблю. Никакой овсянки и диет, платье тесно, новое куплю. Я худею. Чтоб похудеть, нужна всего лишь малость, чтоб пища лишняя не доставалась. Так буду есть я рыбу, фрукты, помидоры, печень трески, фасоль, и, не вступая в споры, начну худеть. Ни много и ни мало, 5 килограммов, чтоб не доставало. С чего начать? Во-первых, пироги да плюшки – пусть память сохранит, как будто бы игрушки. Да, трудно было с этим всем расстаться. Зелень, и в ней я стала растворяться. И день, и ночь блендер гудит, не умолкая, и не заметила, как стала я худая. Качает меня ветер, как тростинку, так похудела, сделалась былинкой. Никто не обращает на меня внимания, просто похожа стала я на изваяние. Вдруг вспомнила пословицу простую, глядя в зеркало на себя худую. Пока же толстый постепенно чуть подсохнет, так тонкий, уж простите за такое, сдохнет. И завела тут я квашню такую, сдобную, пышную, да расписную. Не подвела и память, вспомнила, что было, как всю семью свою я плюшками кормила. Никто не растолстел, и все довольны. Плюшки и телек показал достойно. Соседи говорили: пальчики оближешь. Здоровья бы, да угощать, пока ты дышишь. Спасибо. Домашнее задание. Я худею. А худеть я не желаю. На ночь выпью кружку чаю, съем сухарик и конфету. Похвалю себя за это. Лишний вес
ходьбой сжигаю, утром много приседаю, и встаю я на весы, день расписан как часы. Не худею, не толстею, я одну лишь цель имею, чтоб наряды все носить, надо вес свой сохранить. Я люблю свою одежду и храню в душе надежду, чтоб наряды не менять, фигуре время уделять. Хоть худой ты или полный, будь всегда собой довольный, не надо вещи ушивать и вставки где-то добавлять. И чтоб не тратить деньги зря, я советую, друзья, в вещах любимых всем ходить и, главное, здоровым быть. Бюджет свой точно сохранишь, коль за фигурой ты следишь. Я решила похудеть. Зачем лишний вес иметь? Не мешал, чтоб мне живот есть. Поменьше надо, вот. Вот колбаска на столе, нужна колбаска мне. Сыр не буду есть пока, выпирает он бока. Сладкий кофе ни к чему, без него я проживу. Через месяц, вот, друзья, похудела очень я. Куда делись бока? Лишний вес пока-пока. Я худею. Я худею. Но никак не похудею. На ночь я не ем давно. Поздно не смотрю кино. Ем полезные продукты. Больше ягоды и фрукты. Разве только шоколад? Шоколаду каждый рад. Да еще вот шашлычок хорошо под коньячок. Я худею. Но никак не похудею. Хорошо тому, кто ест без диет и не толстеет. Я бы тоже так хотела. Ела и худела. Но чудес на свете нет. Не прожить нам без диет, без зарядки, тренировки, без изрядной голодовки. А пока я худею. Ну, никак не похудею. В поезде. Раз худею, два худею. Я собою не владею. Холодильник, мой дружок, где мой сладенький кусок? И колбаски, и сырка. Раз худею я, и два. Дверка крепко заперта. Холодильник, мой дружок, мне б мороженый рожок. Или джема ложки две. Сразу легче голове. Так как думать об еде невозможно в поезде. Чи-чи-чи, чи-чи-чи, на печи кипят харчи. Ты худеешь? Не кричи, не нужны тебе харчи. На зарядку утром рано вышли сразу два Ивана. Оторвались от дивана и проснулись утром рано. Один толстый, другой тонкий. Один плоский, другой нет. Какой братец без диет? Это загадка, да? Дальше. Голодают свинки, нет еды в поилке. Мы худеем без еды, а зимой худеешь ты. Это вот нашим аграриям надо. Голодают свинки, нет еды в поилке. Мы худеем без еды, а зимой худеешь ты. То есть не откормили свиньи. Да, не откормили свиньи. Всю зиму будете голодать. Что хочу сказать еще? Я худею. Заглянула в шкаф, но вот беда. Абсолютно нечего надеть. Сели мои вещи, как всегда. Я решила к лету похудеть. Перестала есть и колбасу, на сосиски даже не гляжу. Тяжести диеты я несу, я своей фигурой дорожу. Не пошла к подруге на банкет, отказалась выпить с ней вина. То, что там здоровой пищи нет, это вовсе не моя вина. Муж, кривясь, пустой хлебает суп.
где ни мяса, ни жиринки нет. Почему-то стал со мной груб, словно не готовлю я обед, словно не варю я ничего, а овсянка, сельдерей, творог. Не поймет он счастья своего, где б так правильно питаться мог. В платье я уж начала влезать, без диеты я теперь ни дня. Только вдруг я стала замечать, что друзья сторонятся меня, и что муж, ну, словно бы чужой, уж домой с работы не спешит. Я же стала нервной, даже злой, словно бы злой дух во мне сидит. Эх, нажарю нынче я котлет и скажу, как мужа я люблю. Никакой овсянки на обед. Платье тесно, новое куплю. Правильно. Жаль, что знак своих давно не летает, но еще кое о чем я мечтаю. Ничего, что борода серебрится, пусть не громко без серебро, но стучится. Перед трудностями я не пасую, есть и тюбники, и холсты, я рисую. Написать портрет, пейзаж очень сложно. Коль талант тебе сидит, то возможно. Чтоб карась в сметане был мне к обеду, на любимый водоем я приеду. Комары меня едят, я не плачу. Солнце жарит и волна, я рыбачу. А на завтрак бутерброд с ветчиною. Или с маслом черный хлеб, но с икрою. Года два, а может три, сам кухарю. Незаметно лишний вес набираю. Промолчать про свой секрет я сумею. Меньше сладков стал есть, я худею. Килограмм не надо, Жанна, ты кормишь меня просто на убой. Костюм малой трещит по швам пижама, а ты твердишь мне: кушай, мой ковбой. Ой, Жанна, Жанна, вот моя программа. Ни капли в рот, и сигареты нет. И йогой я занялся, и вона мама. Вот руки только от замка, мне, Боже, разомкни. Вот руки только от замка, мне, Боже, разомкни. Вот брошу все и сяду на диету, займусь зарядкой бега по утрам. Пускай деньжат в карманах моих нету, не предлагать мне выпить хоть 100 грамм. Не предлагать мне выпить хоть 100 грамм. Ой, Жанна, Жанна, вот моя программа. Ни капли в рот и сигарет. И йогой я занялся, и пона мама. Вот руки только от замка, мне, Боже, разомкни. Вот руки только от замка, мне, Боже, разомкни. Диета 6, не ем так много, все на пару и соли не шиша. Следит за мною Жанна очень строго, пчелой жжи, диета хороша, пчелой жжи.
жило и жужжи, диета хороша. Ой, Жанна, Жанна, вот моя программа. Ни капли в рот и сигарет не ней. И йогой я занялся, ой, япона мама. Вот руки только от замка, мне Боже разомкни. Вот руки только от замка, мне Боже разомкни. От замка, мне Боже разомкни. Спасибо. Через минуту я закрываю холодильник. Думаю, не успела его купить. Оказывается, он через минуту подает голос. Я вот так вот жив, ничего не достала, ничего не съела. Нет, он вот пищит сразу по всему дому. И все, вот моя фигура сохранилась. Вот приехала домой, пошла к старшему сыну. Вот, прихожу на кухню. Холодильник открываю, пока они сейчас гуляют. Открыла холодильник, смотрю, творог, как захотелось творожку. Вытащила творожок, поставила, холодильник закрыла. Сметана-то там осталась. А холодильник через 5 минут откроется. Не раньше. И вот стоишь и ждешь, когда же он откроется. Наконец-то я приехала к себе домой. Открываю холодильник, не кричит. Залезаю туда. 5 минут не держит. Наконец-то я отъелся. Мы с другом ели ежедневно макароны. На завтрак, на обед и перед сном. Проходит время, друг высоким стал и стройным. А я же толстый и короткий, словно гном. Ах, макароны. Стал друг жирафом, я же выгляжу слоном. Мы ежедневно ели только макароны. И кто ответит, где скрывается секрет? Как макарон, друг тощий мой и стройный, а я как пончик, масса есть, да роста нет. Ах, макароны! Скажите, люди, в чем тут кроется секрет? Скажите, люди, в чем тут кроется секрет? Для макарон все равно хоть принц, хоть нищий, вот только людям от чего-то невдомек. Такой момент, что при приеме пищи одни едят их вдоль, другие поперек. Ах, макароны! Одни едят их вдоль, другие поперек. Вот так! Спасибо. В ЗАГС любимую зову, она брыкается. Размечтался, милый мой, в ЗАГС не помещаешься. Опа. Да похудей немного, Похудей хотя б немного, килограмм на 40. Не смотри, как на врага, ты не очень дорог.
Я с тебя, мой друг, балдею. Ну, ладно, похудею, похудею. Я с тебя, мой друг, балдею. Слова разные. Похудею, похудею. Стал в четыре я часа. Начинается война. Узом бью я по дорожке. Уходит сатана. И как конь, друзья, потею. Я худею, я худею. А когда за стол я сел, враз от горя похудел. Мяса нет, сплошной овес. Вот такой уж мой удел. Опа, да, опа. Вот такой уж мой удел. От такой еды был, от такой еды балдею. И худею, и худею. А мочегонные таблетки пью теперь нередко. Все помечены углы, но зато так метко. Мечу метко, как умею. Я худею, я худею. А вот новенький куплет. Похудеть ведь это трудно. Заведу себе я друга, очень толстого места. Для потери живота, о, для потери живота. Через год я похудею, и теперь за шваброй спрятаться могу за миг. Что не веришь? Правда, ничего я год не ел. И как швабра похудел. И теперь моя невеста не находит себе места. Я сказал, как похудеешь, платье белое наденешь. И теперь она худеет. А я балдею, я балдею. И теперь она худеет. А я балдею, я балдею. Человек. Чем пахнет человек, когда он сыт? Чем пахнет человек, когда он сыт? И тихо дремлет на диване с книгой. Возможно, пахнет теплым ковригой. Ванилью пахнет, теплым молоком. Живот урчит шмелем. И по телу разливаясь теплым хмелем. Усталость, нега варит его слог. А если он худеет, не дай бог, а если он худеет на диете или случайно пропустил обед, тогда не оберешься, братец, бед. Он мускусом запахнет, тухлой рыбой, он мечет молнией и слабость валит с ног. Коль он худеет, значит, за ним мог. И кошкой пахнет, уксусом, ни медом, совсем не может говорить с народом, ведь раздражает все вокруг врачи. Кто выдумал диеты, мужики, худеть не можем, силы не хватает. Уж лучше мяско бы в борщец и сало бы кусок, вздремнуть бы на диване хоть часок. Скажите, братья, где второй носок? От голода отсутствует желание, и о здоровье лишь одно воспоминание. Ну и медицинская справка, чем вообще может пахнуть человек. Значит, аммиачное дыхание – это при почечной недостаточности. При болезни Паркинсона – запах мускуса. Запах сырой рыбы, вот, которую упоминала я в стихах, это проблемы с печенью, она не справляется с переработкой токсинов. Запах кошачий или уксуса – это проблемы с почками, не перерабатываются продукты мочевины. Очень резкий запах ковида – это лук. Ну, то есть переболевшие ковидом пахнут луком. Ну, вот немножко такое вот стихотворение.
первом томе я биографию, не как биография, а вот биография называется «Я сам». То есть он пишет свою биографию. Я только зачитаю так. Вы сказали, я поэт, этим интересен, об этом и пишу. Люблю ли я или я азартный о красотах кавказской природы также, только если это отстояло слово. Главное, родился 7 июля 1894 года. Мнение мамы и по служному списку отца расходится. По одним данным 94, по другим 93. Во всяком случае, не раньше. Родина – село Багдады, Кутаяйская губерния, Грузия. Состав семьи – отец Владимир Константинович, багдадский лесничий. Умер в 1906 году. Мама Александра Алексеевна, сестры Люда, Оля. Была еще тетя Анюта, других Маяковских, по-видимому, не имеется. Он сам пишет вот это. Дурные привычки. Летом потрясающее количество гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляет заучивать стихи. Помню специально для папиных именин. Как-то раз перед толпою соплеменных гор, соплеменные и скала меня раздражали. Кто они такие, я не знал, и в жизни они не желали мне попадаться. Позднее я узнал, что это поэтичность, и стал их тихо ненавидеть. Необычное. Лет 7. Отец стал брать меня в верховые объезды, лесничество, перевал, ночь. Обстигла туманом, даже отца не видно. Тропинка узейшая, отец, очевидно, отдернул рукавом ветку шиповника, ветка с размаху шипами в мои щеки, чуть повискивая, вытаскивая колючки. Сразу пропали и туман, и боль. В раступившемся тумане под ногами ярче небо. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь. Учение. Учила мама и двоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием. Первая книга. Какая-то птичница Агафья. Если бы мне в то время попалось несколько таких книг, бросил бы читать совсем. К счастью, вторая – Дон Кихот. Вот эта книга. Сделал деревянный меч и латы и разил окружающих. Экзамен. Переехали из Багдада в Кутаис. Экзамен в гимназию выдержал. Спросили про якорь на моем рукаве. Знал хорошо. Но священник спросил, что такое око. Я ответил, 3 фунта, так по-грузински. Мне объяснили любезные экзаменаторы, что око – это глаз по-древнему, церковно-славянскому. Из-за этого чуть не провалился. Поэтому возненавидел сразу все древнее, все церковное и все славянское. Возможно, что отсюда пошли и мой футуризм, и мой атеизм, и мой интернационализм. Гимназия. Приготовительный первый и второй. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюль Верна. Вообще фантастическая. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способность художника. Учит дара. Дара. Так, сейчас еще. Вот 6-й год. Умер отец. Уколол палец. Сшивал бумаги. Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавки. Благополучие кончилось. После похорон отца у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья, двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было. Приятное. Послан за керосином 5 рублей. В колониальный
Дали сдачи 14 рублей 50 копеек. 10 рублей чистый заработок. Совестился. Обошел два раза магазин. Кто-то обсчитал. Обсчитался хозяин или служащий. Тихо расспрашивает приказчика. Хозяин. Купил и съел 4 цукатных хлеба. На остальные гонял в лодке по потерявшим прудам. Видеть с тех пор цукатных хлебов не могу. Чтение. Билетристики не признавал совершенно. Философия, Гегель, естествознание, но главным образом марксизм. Начало мастерства. Думала стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебряные сервизики. Через год догадался, учусь рукоделию. Пошел кому Керину, реалист, хороший рисовальщик, лучший учитель, твердый, меняющийся, требования, мастерство. Гольбейн, терпеть не могущий, красивенькая. Поэт читаемый Саша Черный. Радовал его антиэстетизм. Следующее. Днем у меня вышло стихотворение, вернее куски, плохие, нигде не напечатаны. Ночь, Сретенский бульвар, читая строки Бублюку, прибавляю, это один мой знакомый. Давид остановился, смотрел меня и рявкнул. Да это ж вы сами написали, да вы же гениальный поэт. Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Так. Выиграл 65 рублей. Уехал в Финляндию. Куокола какая-то. Вот. Все. Вот, так, вот стихотворение называется. Лучше, тоньше, да лучше. Я не терплю книг. От книжек мало толку. От тех, которые дни проводят, забравшись на полку. Книг не могу терпеть, которые удобно прессом начистят застежек медь, гордясь золотым обрезом. Прячут страничную тысяч, бунтующий времени гул. Таких крепостей книжец я терпеть не могу. Книга та, по-моему, которая худощава с лица, но вложены в страницы обоймы, строки пороха и свинца. Меня ж печатать прошу, летучим дождем прошу. Так, еще одно. Так, секрет молодости. Нет, не те молодежь, кто, забившись в лужайку да в лодку, начинает под виски галдеж прополаскивать водкой лодку. Нет, не те молодежь, кто весною ночами хорошими, раскривлявшись модой одежд, подметает бульвар клешами. Нет, не те молодежь, кто восхода жизни зарева, услышав крови зудеж, на романы разбазаривает. Разве это молодежь? Нет. Мало быть 18 лет. Молодые – это те, кто бойцовым рядам переделаем, скажет именем всех детей. Мы земную жизнь переделаем. Молодежь – это имя дар. Тем, кто влит в боевой ким, тем, кто бьется, чтоб дни труда были радостны и легки. Ким – это коммунистический интернационал молодежи. Ну, и такое интересное стихотворение, ну, не знаю, понравится вам или нет, но вот такая правда. Важнейший совет домашней хозяйки. Домашней хозяйке, товарищу Борщиной, сегодня испорчено все настроение. А как настроению быть не испорченным? На кухне от копоти в метр наслоения. 17 чудовищ из сажи усов оскалили множество огненных зубьев.
17 паршивейших примусов, чертят и коптят, как 17 везувьев. Товарищ Борщина даже орала, фартуком пот отирая с физии. Без лифта на 5-й этаж пешкодрала, тащи 18 литр лоб провизии. И ссоры, и сор, и сплетни, с грязищей, посуда с едой, таракана, грекопоти, кастрюлю едва под столом разыщешь, из щей прусаки шевелят усищи. Хоть вылети, хоть с тараканами лопайте, весь день горшки на примусе двигая, заняться нельзя ни газетой, ни книгою. Лицо молодое товарища Борщиной от этих дел преждевременно сморщено. Товарищ хозяйка, несчастье твое, обязаны мы вязаться. Что делать тебе? Купить заем. Заем индустриализации. Займем и выстроим фабрики пищи, чтоб в дешевых столовых нарпита, рассевшись без грязи и без жарищи, поев, сказали рабочие тыщи, приятно поедено, чисто попито. Спасибо. Ну, как уже говорили, Маяковский был смешанных кровей, но он был и грузинский, и украинский, и русский. Папа Маяковского умер от заражения крови, он кололся булавкой, туда попали бактерии, и после этого Маяковский очень сильно боялся заразиться чего-то и умереть от заражения крови. Можно сказать, это было проявление ОКР. Он всегда носил с собой мыло, салфетки, несколько раз мыл руки за раз по 3-4 раза, и все время чего-то боялся. Ну, вот, то есть именно, можно сказать, у него был диагноз, как фобия бактерий, забыла, как это называется, что он постоянно боялся заразиться. У него, вот прозвучал вопрос, у него были дети, но, по-моему, они были не от Лили Бик. Были у него дети от эмигрантки, по-моему, Татьяна ее звали, в Америке, вот где-то вот, тоже прозвучало. Женатым официально он не был, длительные отношения с Лили Бик, но там не столько отношения, не сколько, вот, во-первых, как сказал Александр Юрьевич, с искры летели, во-вторых, жили они, можно сказать, все втроем. Официально Лиля Брик была замужем за издателем этого мужчины, но ни самого издателя, ни Маяковского не смущало то, что Лиля жила и с тем, и с другим. Они и расставались, и сходились, и спали, можно сказать, в соседней комнате, пока на кухне кто-то чай пьет из двоих. Не знаю, ну, по крайней мере, так говорят. Вот они втроем вот, сверкало все. Также у Маяковского после этого была женщина, которая была, он также ее очень любил. Полонская, по-моему, она стала свидетелем его последних лет жизни, свидетелем смерти, можно сказать. И она была, по-моему, младше его лет на 15. Перед смертью, к смерти Маяковский готовился заранее, очень долго. 1908 года рождения Полонская. То есть он, как получается, 93-го К смерти своей он готовился долго, то есть, можно сказать, за несколько лет он уже заранее знал, что совершит самоубийство. И предсмертную записку написал. Предсмертная записка гласит всем, в том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ, другим не советую, но у меня выхода нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольевна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Значит, и стихи отдайте Брикам, они разберутся. Итак, вот здесь вот пишут сын Глеб Никита Антонович Лавинский, 21 года рождения. Дочь Патрисия Томаса. Ну, женат не был, Саша, дети своего. Нет, ну, вообще, от кого они там надо копаться?
Да, женщин у него было много, он был скандальным человеком, был, как уже, кстати, было сказано, он был за революцию, несмотря на то, что социализм проповедовал. Также он был участником, наверное, можно сказать, антирелигиозного движения, проповедовал атеизм, выступал на сценах. Он, кстати говоря, написал около 9 сценариев, снялся в 3 своих фильмах, в 3 картинах. Кстати, вот был кусочек здесь, да. Это как раз из фильма, по-моему, «Бабушка Клюва». «Красавица и чудовище». «Барышня Крюга». «Барышня Крюга». Да, ну что такое? Вот. Ну, из стихов самый мой известный «Левый марш». Ну, что такое хорошо, тоже что такое плохо. Кроха сын к отцу пришел и спросил о плохо. Длинный, вы весь читатель, отрывок, смотрим сейчас. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папа этого ответ помещает в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете, это очень хорошо и большим, и детям. Если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице, ясно, это плохо очень для ребячьей кожицы. Если мальчик любит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает хорошо. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит, не трожь тех, кто меньше ростом, этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят, плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут, он хороший мальчик. От вороны карапуз убежал за ухов. Мальчик этот просто трус, это очень плохо. Этот хоть и сам свершок спорит с грозной птицей, храбрый мальчик, хорошо, в жизни пригодится. Этот грязь полез и рад, что грязная рубаха, про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки и моет сам галоши, он хотя и маленький, но вполне хороший. Помни это каждый сын, знай любой ребенок. Вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решил окроха. Буду делать хорошо и не буду плохо. Кстати говоря, просто вспомнила, еще Маяковский попробовал себя в дизайнерстве. Он создавал одежду и очень любил сочетать яркие цвета. Там в фильме был отрывок, где он лысый и с галстуком. Это, можно сказать, один из известных его любимых нарядов. Ярко-желтая канареечная рубашка, красный галстук, зеленые ботинки. То есть ну, там максимальная расходка, броска. И... Там момент тоже был что, в фильме, по-моему, что якобы там галстук какой был такой ляпный, а потом... Вот, выглядело это вот именно как будто бы, что он что взял, то и надел. Но точно известно, что он, можно сказать, на выступлении, особенно если это олиповато, броско, цветасто, он продумывал полностью. Ну, то есть, что одеть там специально, чтобы бросалось в глаза, и желтая рубашка фонаричная. И раз говорили про Есенина также, вот после смерти Есенина Маяковский ему стих тоже написал, посвятил. Я почитаю отрывок, потому что он намного больше, чем даже так Кроха. Вы ушли, как говорится, в мир иной, пустота. Летите в звезды, врезываясь, ни тебе аванса, ни пивной, трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка, в горле горе комом, не смешок. Вижу взрезанной рукой помешков собственных костей качаете мешок. Прекратите, бросьте, вы в своем умели, дать, чтоб щеки заливал смертельный мел? Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Почему? Зачем? Недоумение смяло. Критики бормочут, этому вина, то да сё, а главное, что смычки мало, в результате много пива и вина. Дескать, заменить бы вам богему классом, класс влиял на вас, и было бы не до драк. Но класс-то жажду заливает квасом, класс он тоже будет пивом.
Считают, что все-таки он вообще был... Да, сначала я хочу сказать, что он занимался живописью, но это его почему-то не интересовало, хотя он учился в училище, учился живописи. В последующем, видимо, нигде не пишут, а видимо, он бросил или заучился. Из-за денег. У него не осталось денег, он бросил художественную. Да, видимо, бросил, но живопись его особо не интересовала. Ну и считаю, что все-таки это вот депрессивное состояние было вызвано тем, что он был сначала ярым сторонником революции, потом во многом он разочаровался, потом начались проблемы с женщинами, и еще у него было заболевание горла. Он выступал всегда, он сам читал свои стихи, когда стало болеть горло, это тоже не смог он уже этого делать. Вот. И многие считают, что все-таки в его смерти не сам он виновен, а она, это самоубийство было замаскировано под убийство его замаскировано под самоубийство. Поэтому ну, то, что действительно у него была депрессия, вот эта депрессия привела к тому, что он разочаровался в революции, он разочаровался в своих любимых женщинах, болезнь горла и все до кучи, вот, пожалуйста. Я продолжу детскую тему, потому что мне это близко. Я прочитаю все его произведения, а для детей в детской литературе оно, конечно, немножко сокращено. Маяковский. История Власа, лентяя и лоботряса. Влас Прогулкин, милый мальчик, спать ложился, взяв журнальчик. Все в журнале интересно, дочитаю весь, хоть тресну. Ни отец его, ни мать не могли заставить спать. Засыпает на рассвете, скомкав ерзанем кровать. В час, когда другие дети бодро начали вставать, когда другая детвора чаевничает ставших, отец кричит ему: «Пора!» Он одеяло на уши. Разошлись другие в школы. Влас украл на полу голый. Не дремалось в школе, что моет нос и мочит нос. Без чаю и без калача выходит еле волочась. Пошагал и встал разиней. Вывеска на магазине. Грамота на то и есть. Надо вывеску прочесть. Прочел. Сначала буквы он выходит КУАФ, Симон. С конца прочел знаток наук, но низ выходит РЕФАУР. Подумавши минуток пять, Прогулкин двинулся опять. А тут на третьем этаже сияет вывеска ТЖ. Прочел, пошел. Минуты стряк, опять застрял у двух витрин. Как-никак, как школьным зданием. Пришел с огромным опозданием. Дверь на ключ. Толкнулся в лаз. Не пускают Власа в класс. Этот ждать расчету нету. Сыграну-ка я в монету. Проиграв один пятак, не оставил дело так. Словом, не заметил сам, как промчались 3 часа. Что же делать? Вывод ясен. Возвратился во свояси. Пришел в грустях. Чтоб видели соседи, родители. Те к сыночку. Что за вид? Очень голова болит. Так трещало, что не мог даже высидеть урок. Прошу письмо к мучителю, мучителю, учителю. В школу Влас письмо отнес и опять не кажет нос. Словом, вырос этот Влас настоящий лоботряс. Мал настолько знаний груз, что не мог попасть и в вуз. Еле взяли, между прочим, на завод чернорабочим. Ну а Влас и на заводе ту же историю заводит. У людей работы гуд, у Прогулкина прогул. Словом, через месяц он выгнан был и сокращен. С горя Влас торчит в пивнушке, мочит ус в бездонной кружке. И под забором, вроде борова, лежит он, грязен и оборван. Дети,
Не будьте такими, как Влас. Радостно книгу возьмите и в класс. Вооружись учебником, книгой. С детства мозги развивай и двигай. Помни про школу, только с ней станешь строителем радостных дней. Стихи бывают у поэта разные, и очень много у него таких жестких, политических разных. Но я выбрала те стихи, которые, наверное, менее всего ему как бы свойственны, наверное. Счастлив я, когда ты голубые очи поднимаешь на меня, светят в них надежды молодые, небеса безоблачного дня. Будь ко мне, когда ты, опуская темные ресницы, замолчишь, любишь ты, сама того не зная, и любовь застенчиво таишь. Но всегда, везде и неизменно, близ тебя светла моя душа, милый друг, о, будь благословенна, красота и молодость твоя. И совершенно другое стихотворение. Молнию метнула глазами, я видела с тобой другая, ты самый низкий, ты подлый самый, и пошла, и пошла, и пошла ругая. Я ученый малый, громыхание оставьте ваше, если молния меня не убила, то громнее и Богу не страшен. Раннего, написано в 14 году. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной, и, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, клянется, не принесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, успокоенный наружно, говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Называется «Лидичка вместо письма». Дым табачный, воздух выил, комната, глава, вкрученных в кручинковском аде, вспомни, за этим окном впервые руки твои вступленные гладила. Сегодня сидишь вот сердце в железе, день еще выгонишь, может быть, из ругав. В мутной передней долго не влезет, сломанная дрожью, рука в рукав. Выбегу, тело в улицу брошуя, дикий, обезумлюсь отчаянием иссечась. Не надо этого, дорогая, хорошая, дай простимся сейчас. Все равно, любовь моя, тяжкая гиря ведь висит на тебе, куда ни бежала. Дай в последнем крике выревить горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморят, он уйдет, разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря, а у любви твоей и плача не выморишь отдых. Захочет покоя уставший слон, царственно ляжет в обожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца, я не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучило, он любимую на деньги и славу выменял, а мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие, ни одного ножа. Завтра забудешь, кто тебя короновал, кто душу цветущую любовью выжил.
и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья и заставят остановиться, жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Да будь я и негром преклонных годов, и то без ныне и лени, я русский выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Вадим Владимирович, пишу вам по секрету, в рассвете сил обувки негра, любимому поэту. Я русский бы выучил не только за то, что наши вожди говорили на нем, но и за ваш рубленый слог, контру сжигающий правды огнем. За надрыв Высоцкого и Толстого мудрость, красоту России, женщин златокудрость, за простор Сибири, глубину Байкала, за кресты московские и хребты Урала, с русским словом на устах шли на смерть солдаты, с русским словом стали русские богаты, с русским словом нас рожали матери на свет. Русские, поэтому мой таков ответ. И за напевность есенинских строк, берез воспевающих белый наряд, пушкинский слов голубой ручеек, бегущий звеня по камушкам в ряд, великий и могучий нам дает отвагу. Русские смеются крепче мы металла, в горести и радости без него ни шагу. Мы не можем жить, тлея в пол накала, за надрыв Высоцкого и Толстого мудрость, красоту России, женщин златокудрость, за простор Сибири, глубину Байкала, за кресты московские и хребты Урала, с русским словом на устах шли на смерть солдаты, с русским словом стали русские богаты, с русским словом нас рожали матери на свет. Русские, поэтому мой такой ответ. Владимир Владимирович рассказал вам по секрету, в расцвете сил амурский негр великому поэту. Я знаю, время лечит раны, приходит новая любовь. Но вспоминаю, как ни странно, я ту девчонку вновь и вновь. Как будто вырастают крылья, когда я слышу имя Лилия. А я в пруду для лилии сорвал три белых лилии, три лилии сорвал. Потом в окно для лилии бросал под вечер лилию, три лилии бросал. Я ехала, возвращалась поездом, раньше же поездом чаще ехали, и мы ехали по Уралу, такие красивые леса, такая природа. И вот я в поезде такое стихотворение сочинила. Здесь едет стройных череда,
И сосен пышные макушки, берез кудрявый белизна, осин трепещущих верхушки, в еловых дебрях полумрак. Лишь на траве блестят росинки, невольно подступает страх, идет сам леший на тропинке. Заблудших путников уводит подальше от лесных дорог, с кикиморою дружбу водит, а с остальными очень строг. Бывает добрым старый леший, готов делиться тем, что есть, грибочков даст, лесных орешек и ягод много не унесть. Я в том лесу не разбывала, грибы и ягоды брала, а лешего не повстречала. Какую встречу не могла? Вот это вот они. Ну, вот еще пару детских хочу прочесть. Папа из лесу Антошки принес ежика в лукошке. Ежик съежился в комочке, знакомиться не хочет. Мы вокруг него ходили, покажись его, просили. Молочка не пьет из блюдца, даже яблочко не ест. Мы боимся, заболеет, а может, снова хочет в лес. И решили мы с Антошкой, ежик это вам не кошка. Мы немножко погрустили, в лес ежонка пустили. Ну, еще. Мы немножко погрустим, а потом еще одно детское. Мы в песочнице играли, из песка пекли пирог. Мы как мама хлопотали, а Макарка нам помог. Стол красиво накрывали, наш пирог имел успех. Мы немножечко устали, зато праздник был для всех. Поселка била, девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна, девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна, девчонка у нас во дворе подросла. Коса золотая и бройку развёл, но тот счастливец, кому повезёт. Невеста, невеста, а чья неизвестна, но тот счастливец, кому повезёт. Невеста, невеста, а чья неизвестна, но тот счастливец, кому повезёт. Она на больней, и парни стоят, не дыша перед ней. Невеста, невеста, а чья неизвестна, и парни стоят, не дыша перед ней. Невеста, невеста, а чья неизвестна, и парни стоят, не дыша перед ней. То клён зеленел, то поземка бела, девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна, девчонка у нас во дворе подросла. Невеста, невеста, а чья неизвестна, девчонка у нас во дворе подросла. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. La 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 la
дам честь небо, пой нам песни, а телефон молчи. Только свежий ветер и пусть ярче светят солнечные лучи. Солнечные лучи. Мир похож на сказку, он красив и ласков, я обниму тебя. Взглядом отзовешься, просто улыбнешься, все понимаешь ты. Все понимаю я, это целый мир, я тебя одной. Все же так прекрасно то, что мы с тобой. Это целый мир, я тебя одной. Командир идет, и слова равняются в полный рост, с якоря в 8, курс ост. У кого жена, дети, брат, пишите. Мы не придем назад, зато будет славный кегельбан. И старший в ответ: есть, капитан. А самый дерзкий и молодой
смотрел на солнце над водой. Не все ли равно, сказал он, где? Еще спокойнее лежать в воде. Адмиральским ушам простукал рассвет. Приказ исполнен. Спасенных нет. Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей. Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Кастерпек, вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, жил в гостинице советской несоветский человек. Шел он Кастер в одиночку, преимущественно ночью. Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном цвете представляла в черном цвете все, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив. Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад, искаженный микропленкой, гум стал маленькой избенкой, и уж вспомнить неприлично, чем пестал театром хат. Но работать без подручных может грустно, может скучно. Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек, и где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана сбил в пути из Фонтанлыку несоветский человек. Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьяный не хотел. Вот и первое задание. В 3:15 возле бани, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разогнать простого вора, а потом про этот случай вступать по BBC. И еще. Оденьте свежий, и на выставке в манеже вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет он. Не хотите ли черешни? Вы ответите, конечно. Он подаст батон за вычалкой, принесете мне батон. И за это, друг мой пьяный, говорил Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Враг не ведал, дурачина, все, кому он поручил, он был чекист майор разведки и прекрасный семьянин. Да, для этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер, но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он, и даже он пострижен и посажен. А в гостинице советской поселился мирный грек. Мы дети тех героев, что в веках когда-то на мысе Ганку шведов били в первый раз. Шли на галерах в бой с Петром на супостата, и им победы нам с тех пор дороже фраз. Флот Тихоокеанский и Балтийский, и Черноморский, и Северный флот, защита ты и меч моей российский, надежный родины моей оплот. Мы помним с турками Чесменское сражение, и под Синопом вел Нахимов за собой. Ваш не забудет подвиг наше поколение, и о моряке отчизна навсегда с тобой. Флот Тихоокеанский и Балтийский, и Черноморский, и Северный флот, защита ты и меч морей российских, надежный родины моей оплот. Своей стране мы верны и народу, гордо реет над нами Андреевский стяг. За независимость России и свободу жизни жили, как учил поваря. Тихоокеанский и Балтийский, и Черноморский, и Северный флот, защита ты и меч моей российских, надежный род, моей оплот, надежный род, моей оплот.
попсовым песням давно уж стало равнодушно. И к вечеринкам и банкетам ей очень тесно там и скучно. На дым табачная аллергия и винный запах раздражает. Не в тишине бы очутиться, пришедший на кошачьих лап. Сидеть в качалке у камина, забыв о боли и о скуке, когда ее, скажу вам честно, гитарных струн ласкают в руки. Я про звезду роман бы слушал, что над могилой ярко светит, про мчага, который гонит, про снег, что в лунном свете светит. Душой такой же краткой, милой, кроткой, милой, глазами просто пообщаться, друг другу смело без рубахи, сильнее нежно прижиматься. Вот чтоб душа моя желает, вот что ей нужно, горемычно, кто адрес той души подскажет, простой, как я, но симпатичный. Последний день июля. Сегодня какое число? 30. Завтра август. С утра укрыто солнце в пелену. Прохладный ветер рвет березы парус и гонит в лужах зыбкую волну. Промокший луг сочится духом пряным. В бору сосновом тишь и благодать. Грибами пахут дно мшистые поляны. До осени уже рукой подать. Я не грущу, все снова повторится. И листопада медь, и белый снег. И улетят, и вновь вернутся птицы, когда весной взыграют русла рек. Все снова повторится, это чудо. Плывет неспешно жизни пароход. Все повторится, я лишь только буду и старше, и мудрее на целый год. Я сразу нашел свое, которое мы в том году писали, август. В августе с нами прощается лето. С вечера позднего и до рассвета слаженным хором поют серенады, падая с неба дождя водопады. Слышится музыка новых симфоний. В небе оркестры из громов и молний, струи воды ритмы бьют, как ритавы, дробь рассыпая по крыше мансарды. Ветер серьезен, он пишет баллады, мысли и музыки, чувств мириады. Рэп выдает на березе кукушка, песни народную льется речушка. Лишь веселят на болоте лягушки, олени орут на закате частушки. Трава и деревья, любовные оды, шепчут, смотря на небесные своды. В августе с нами прощается лето. С вечера позднего и до рассвета, с августом слово, словно с приятелем старым, простимся, друг другу улыбку подарим. Каждому месяцу, времени года, одежды свои нарисует природа. Август и лето. Мы любим вас очень. Но у порога красавец. Что-то поспешил, дай нам август прожить. Непростое украшение двух сердец.
обручальное кольцо. Непростое украшение, двух сердец одно решение. Обручальное кольцо. Обручальное кольцо.